Приветствую всех на моем канале. Алексей Ухта, поиск СНД и рыбалка. И сегодня я устал дома сидеть, с утра была погода плохая, ветер сильный со вчерашнего дня. И я вот рядышком с домом вышел здесь на бывшую лыжню. Видите, здесь столбы были, было здесь освещение когда-то. Лыжня была, спортсмены, соревнования и так далее, при Советском Союзе еще. Ну и первая находка была — это алюминиевый провод с сечением 4 квадрата. Из-под земли вытащил. Ну и вот моя еще одна находочка, не считая пробок. Какой-то слиток из желтого металла. Тяжеленький такой, не знаю, что это такое. Алюминий плавленый не может быть желтым, мне кажется. Не знаю, возьмем, посмотрим. И шагаем дальше. Муравейчик какой, а? Стоит. Муравьи вон уже бегают. Уже начали, проснулись. Только еще какие-то тормознутые такие, медленные все. А я все бегаю по этой лыжной трассе. И собираю вот такой мордячок. Крепления лыжные поломанные, советские. Ну, если монеток не найду, хоть нагуляюсь на крайняк. Смотрите, распускаются. Вот. Начинают распускаться уже. Потихонечку. Весна только началась. Хорошо, хоть вроде снег в лесу сошел. Ладно, ходим дальше. Ну и вот, неужели первая моя находочка за сегодня, кроме цветного металлолома. 10 копеек 2006 года. Это еще какие они, латунные. Ну, рифленый гурт, во всяком случае железа здесь нет. Поэтому они и не гниют. Ой, блин, комары появились у нас уже. Поэтому они не гниют. А ходячка современная сейчас последних годов идет железная, гниют моментом. Будущим копарям, походу, мало чего достанется. Советы уже будут, так сказать, за радость. Ладно, походим, может, еще что найду. Наконечник. Да, только не от стрелы, а от лыжной палки. Ну и вон провод алюминиевый торчит. Сейчас выдернем, вариантов нет. Гуляю я, ребята, гуляю. Монеток нет. Одну нашел и все. Собираю тут алюминий кругом. И выхожу тут на такую фигню. Распашенную. Что это такое? Раньше не было здесь. Постоянно сюда ходил с собаками своими гулять. Блин, солярой несет вообще ужасно. Блин, вон там какая-то арматура. Столбы заваленные.
Блять, что за фигня? Опять что ли нефть нашли мы? Так, приставлю-ка я пока свое хозяйство сюда. Ё-моё, все в нефти, блин. Нефть галимая. Блин, чё, старая скважина была какая-то. Чё-то не понять ничего. Вон, смотрите, какой-то там старый сруб. Да, что-то здесь было. Только не понять, что. Что огорожено, блин. Лентой все непонятно. Ладно, пойдем дальше. Ну все, короче, ребят, я нагулялся, блин, вдоволь по этим лыжням старым. Короче, нифига. Из монет один десюнчик, блин. И все. Остальное все вот алюминиевый шмурдяк, пол мешка. Но алюминия теперь у меня куча. Скоро пойду сдавать. Ну, зато прогулялся сегодня немножко. Все, всем пока, всем удачи.